Пиротехника была изъята в нескольких торговых объектах. За несоблюдение требований законодательства пиротехнического продукта лишился хозяин павильона по улице Московской. Ассортиментный перечень сократился на более чем 5,5 тысяч элементов, на общую сумму порядка 6500 белорусских рублей. Буквально спустя несколько часов правоохранители провели проверку в торговом объекте по улице 28 июля. И там также были обнаружены нарушения. В одном из павильонов было изъято порядка 800 изделий, единиц пиротехнических изделий, которые хранились с нарушением условий их хранения. Значит, вообще эта работа проводится нами уже практически месяц. То есть всего за данный период органами внутренних дел в области изъято более 60 тысяч единиц пиротехнических изделий. Опять же, все, значит, нарушения были связаны с нарушением порядка хранения данных изделий. Конфискация продукта из-за несоблюдения условий хранения – это крайняя мера наказания. Регулярно продавцов павильонов консультируют сотрудники МЧС и постоянно напоминают о том, почему необходимо соблюдать меры безопасности при хранении такого вида продукции. Основное внимание, конечно, уделяется торговым объектам, которые нам известны и реализуют пиротехнические изделия. Но озабоченность вызывает именно реализация пиротехнических изделий, скажем так, незаконная реализация пиротехнических изделий. Сегодня приобрести все многообразие пиротехники можно в специализированных торговых павильонах. Отдельные элементы – на ярмарках. Здесь продукция сертифицированная, а условия ее хранения соответствуют всем требованиям и нормам. Относясь внимательно к выбору пиротехники, вы не только сделаете праздник безопасным, но и подарите себе и близким острые ощущения и по-настоящему хорошее настроение.